Ну, большинство наших читателей – это все же люди, которые, так скажем, со средним доходом, и это малый и средний бизнес, их также еще интересует сохранение как бы собственного капитала, да, и я не могу не задать этот вопрос. Большинство из украинцев вкладывают либо в евро, либо в доллар. А что вы можете посоветовать? Ну, я стараюсь избегать, конечно, таких точных рекомендаций, ага. потому что они очень часто, там, кстати, очень часто не сбываются, да, даже как бы, мои собственные какие-то там ожидания, особенно что касается курса евро-доллар, да, потому что он очень сильно зависит от того, что происходит в экономике Европы. Вот, экономика Европы, ей занимаются очень много исследователей, и опять же, мало кто из них сейчас угадывает тоже, потому что ситуация может поменяться в любой момент. Вот, не знаю, что можно сказать, что, конечно, до выхода, до полного выхода из кризиса в Европе еще далеко. Вот, поэтому, если мы будем смотреть, как бы на, не будем смотреть на колебания, там, такие краткосрочные, там, что делать, куда положить деньги в течение 6 месяцев, да? Вот, если мы будем смотреть там, в перспективу 2-3 лет, я думаю, что в целом выиграют те, которые будут вкладывать в доллар, потому что экономика Европы реально очень слабая. Вот, слабая из-за того, что ее всю силу изымают вот эти вот страны, у которых сейчас проблемы. Это Греция, это Португалия, вот, это может быть даже Испания. То есть я думаю, что еще немало будет новостей по поводу проблем с этими странами. Вот, соответственно, это скажется на курсе евро, вот, и, ну, и, соответственно, как бы на курсе гривны евро.